Сегодня в Барнауле семьям солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, были переданы их останки. Среди погибших Дмитрий Жданов из Смоленского района и Николай Корчагин, уроженец Серебрихинского. Личность неизвестных солдат установили по медалям и медальонам, которые поисковики обнаружили рядом с их останками еще в мае в Волгоградской области. Здесь вот непосредственно то, ради чего поисковики, собственно говоря, занимаются, кроме поиска останков, это вот солдатский медальон смертный. Именно в нем хранились данные о солдате, вот мы видим бланк с этими данными, а также записка, которая была сделана рукой самого бойца. Напомним, в Алтайском крае поисковые отряды появились в 2004 году, и за это время обычные студенты, школьники, преподаватели нашли более 450 останков погибших солдат.